Я открою вам страшные тайны. Сейчас буду страшные, приготовьтесь, это будет откровение Иоанна Богослова. Страшные. Для джаза нужны ноты, первое. Второе, для джаза нужны музыкальные инструменты, причем не палка-копалка на барабане. Да? И для джаза, прости меня, нужен микрофон. Ноты, современную нотную запись, это кто изобрел? Итальянец Гвидо Дорец. Гвидо, потом немножко усовершенствовали немцы. Про микрофон, да, там много чего нужно к микрофону. Тоже понятно, да? Ну и, а самая известная мелодия, вот джазо-блюзовая, да, это Summertime Гершвина. Вот. Гершвин, как вы понимаете, это тоже не из тех, а совсем из других. Совсем из других. Да, и а мелодия вообще, по-моему, как мне сказали, она украинская, да, он где-то там подработала. Поэтому это вам джаз.